Русский язык, 3 класс, 2 часть. Школа России. Разбор по составу слова «грачата» из упражнения 6. Грачата – это имя существительное, обозначают птенцов грача. Еще окончание. Изменяю слово по падежам. Грачата, грачат, грачатам, грачатами, о грачатах. Изменяемая часть «а» – это окончание. Выделяю прямоугольником. Основа слова «грачат» выделяю линией. Ищу корень. Подбираю однокоренные слова. Грач, грачиха, грачонок. Общая часть «грач» – это корень. Выделяю дугой. Ищу приставку. Она стоит перед корнем. В этом слове приставки нет. Ищу суффикс. Он стоит после корня. В слове «грачата» суффикс «ат» выделяю уголком. В слове «грачата» корень «грач», суффикс «ат», окончание «а», основа «грачат». С вами Ольга Николаевна. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео.